Здравствуйте. Рада видеть вас на этом прекрасном мероприятии. Бал холостяков. Скажите, пожалуйста, что для вас значит это мероприятие? Как вы здесь оказались? Вы выглядите роскошно оба. Поделитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я давно хотела принять участие в подобном мероприятии. Мне кажется, это замечательная возможность примерить на себя наряд 19 века. Пожалуй, наверное, единственное, и ощутить себя немного так, как ощущали женщины раньше. Я очень люблю перевоплощаться. У меня достаточно занятая работа. Я основатель школы английского, и моя жизнь с утра до вечера расписана по минутам. Поэтому для меня это возможность отдохнуть, перезагрузиться и примерить на себя новую роль. Прекрасно. А для вас, сударь? А меня пригласила Дарья, и я не смог ей отказать. Большая честь, между прочим, прийти вместе с таким роскошным мужчиной в таком роскошном платье. Скажите, пожалуйста, а где вы взяли такое роскошное платье? Вообще, как вы находите наряды? Как вы создавали этот великолепный образ? И в каком ощущении, в каком персонаже, быть может, вы ощущаете себя? Честно говоря, я очень много искала прокатов, где можно взять такое платье. И, конечно, вдохновлялась образами тех времен, посмотрела некоторое количество этих образов. И я, в принципе, люблю высокие прически. Мне даже немножко жаль, что мы в повседневной жизни предпочитаем либо короткие стрижки, либо редко носим прически именно. И да, вдохновилась, пожалуй, образами тех времен. Благодарю вас, сударь. А где вы взяли такой роскошный костюм? Ну, мне повезло, мне, собственно, Дарья передала контакты нескольких мест, которые занимаются историческим костюмом, и вот в одном из них, собственно, я его и нашел. Вы действительно выглядите потрясающе, и я бы хотела задать еще один шутливый вопрос. Вы же верите в чудеса? Конечно, верим в чудеса. Вы же верите, что они происходят всегда, и сегодняшнее мероприятие, вы ожидаете чего-то волшебного, прекрасного? Конечно, ожидаем. Мне кажется, что каждый день это повод для чего-то нового и чудесного. А скажите, а вы будете принимать участие в танце? То есть вы умеете танцевать, вы готовились? К сожалению, нет, но мы с удовольствием посмотрим. Я так понимаю, что будет какой-то конкурс танцев или танец дебютантов, и мы с удовольствием примем место в зрительном зале. Я увидела потрясающий совершенно красоты зал с потолками, лепниной и прочим, и мы понаблюдаем за балом. А я надеюсь, у вас возникнет желание после этого заняться танцами, парными танцами, бальными танцами, между прочим. Честно говоря, я еще пока что не знаю, но мы посмотрим, как это будет. Я с нетерпением жду самого мероприятия, уже видела много великолепных дам в прекрасных нарядах, и мы ждем танцев. Ждем. Хорошего вам вечера, благодарю вас за интервью. До новых встреч.